Сейчас, я уверен, будет претендовать на место вот, в национальной команде для участия в чемпионате мира. Опасный момент, бросок и гол. Показалось, что Лисутин поймал шайбу. Нет, она все-таки проскользнула в сетку. И армейцы на 15-й минуте первого периода счет открывают. Но мы с вами еще посмотрим повтор этого момента. Вот видите, бросок и шайба все-таки вползает буквально в ворота. Тони Мортенсон, по-моему, забросил эту шайбу. Кольцов, Калинин, бросок. Шайба попадает в нашего хоккеиста. Превозмогая боль, поднимается Денис Соколов. Опасный момент, но молодец Соколов, он очень мужественно себя ведет. Но, конечно, он не может полную силу-то играть. И вот шайба эта в воротах автомобилиста отчасти, я думаю, и из-за того, что Соколов, один из двух защитников, не мог нормально передвигаться. Он часто, вот если вам режиссер покажет, покидает лед так тяжело, хромая. С передачи Александра Гучаренко, номер 15-й, шайбу в ворота команды «Автомобилист» забросил Антон Королев, номер 42-й. Антон Королев отличился. Будет. Торисон, бросок, гол. Красивая комбинация армейцев. И забили действительно гол в раздевалку. Только не наши хоккеисты, как об этом мечталось, а армейцы. Образцовая комбинация. Видите, Торисон делает передачу направо, налево, простите. И Тихонов, Виктор Тихонов, тот самый Виктор Тихонов, внук знаменитого тренера, забивает шайбу в ворота автомобиля. Шайбу, наверное, уже последние надежды на спасение будут утрачены. СКА атакует. Калинин, пас. Бросок Калинина, гол. Очень здорово заиграли армейцы эту комбинацию. И сильнейший бросок Калинина. Вот посмотрим, давайте этот эпизод в записи. Реализовали армейцы численное преимущество. Воспитанник, кстати, уральского хоккея, если быть более конкретным, челябинского. Вот, смотрите, шайба у Калинина. Он делает передачу своему партнеру, которому вроде удобно бросать. А тут возвращает шайбу Калинина. Николая Дроздецкого, Алексея Касатонова. Опасный момент и гол. В такой гробовой молчании, тишина на трибунах сопровождают этот пятый гол СКА ворота автомобилиста. И Богдановский досрочно покидает скамейку штрафников. Численное преимущество реализовано. Еще раз смотрим эту комбинацию. Вот передача на дальнюю штангу. И Петр Пруха забивает гол. Поражение автомобилиста судьи счетом. Очень многовато, конечно, в нынешнем сезоне. Ну вот момент. Гол! Вот так вот. Алексей Крутов размочил счет за 26 секунд. Наверное, в таких случаях больше всего огорчается вратарь, которые сухарики, как говорят, на особом щиту. Вот Алексей Крутов между щитков направил шайбу Штепанову. Итак, автомобилист проиграл на своей площадке армейцам Санкт-Петербурга 1-5. Подсластил пилюлю, как говорят в таких случаях, Алексей Крутов на последней минуте.